Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному проекту Tron 2 Pay. Это оппозиционирую себя с майнером. И все, что связано с инвестициями, друзья, не забываем, подвержены риску. Я зашла в него вчера, был 0 дней. Так как в такие проекты заходить нужно на самом старте. Не через неделю, не через две недели. На самом старте. Можно тогда и подзаработать. Я зашла на пакет за 60 монет. Вот здесь опускаемся ниже план. Минимальный пакет 20 трон стоит. И далее по нарастающей. Вот я зашла на 60 монет. Значит, на 6 дней будет он работать. Ну, тут по нарастающей идет. Значит, смотрите. Вот этих 15 ГХС дается при регистрации бонус. И 150 ГХС у меня куплено. Вот этот я купила. Tron 2 Pay. Второй. 1, 2, 3. Как бы у меня куплено. И что? Значит, день у меня выходит. Это вместе взятый 165 ГХС. И вот здесь сумма 15 монет. 15,5 день. У меня еще как бы даже сутки не прошли. Но, тем не менее, я поставила там 13, по-моему, с копейками на вывод. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Заходит администратор, проверяет и одобряет вывод. Значит, это домашняя страничка, это контакты. Вот здесь аккаунт. Кликаем. Здесь, значит, наши партнеры. Находится реферальная ссылочка. И вот здесь вот депозит мой 60 монет. Я вчера закидывала, все делала в режиме онлайн. И вывод, вкладочка 13 монет, 13,5. Так как еще даже суток не прошло, я сразу зашла и поставила на вывод. Минимум на вывод от 10 монет. Пайт, все, заплачено. Идем в кошелек. Вот они, 13,54. Мои монеты пришли, поступили на кошелек 3.08. Вот. Здесь видно. Все замечательно. Так. Ну, а здесь выплаты. Вот. О, 13,54, ребятки. Моя сумма. Видим, да? 13,54. Какая это транзакции? Не знаю, что тут у нас. Ага. Даже транзакцию можно это все отследить. Замечательно. Вот. Ну и все, в принципе, что здесь еще скажешь. Не забываем о том, что это инвестиционный проект. Любые инвестиции, какой бы то ни был проект, любые инвестиции всегда риск. Я рискую своими монетами, каждый думает сам. Никто никого не принуждает. Я вам даю информацию, и там уже каждый сам решает, конечно же. Вот. Всем удачи, всем пока.